В Сургуте на проблемном пешеходном переходе на Пролетарском проспекте установили светофоры. Напомню, после благоустройства надземного трубопровода водители жаловались, что пешеходов за металлическими рейками не видно. Автолюбители предлагали развернуть лестницы на 180 градусов, чтобы люди спускались не спиной к потоку машин, а наоборот. Однако в проект внесли другие изменения. Верхнюю часть ограждения срезали и установили рейки. Накануне у одного из переходов напротив охотничьего магазина «Беркут» съемочная группа «Омедиа» заметила рабочих, которые заканчивали монтаж регулировочного объекта. В мэрии нашему телеканалу объяснили, что такие изменения связаны с нововведениями в ГОСТе. Они предполагают, что на нерегулируемых переходах через дорогу с более чем двумя полосами должны быть установлены светофоры. Оборудовать в первую очередь этот отрезок рекомендовали сотрудники ГИБДД, руководствуясь высокой интенсивностью движения и тем, что по этому маршруту дети идут до школы. Известно, что светофор будет работать по вызову, то есть зеленый свет для пешеходов загорится после нажатия кнопки. Установку по контракту должны завершить до 30 ноября. Как отметили специалисты профильного департамента, возможно, это даже улучшит ситуацию на этом участке в час пик. Этот светофор устраивается по просьбе ГИБДД. То есть в первую очередь сделать здесь светофорный объект. А вообще у нас существует программа, рассчитана до 2028 года. Мы 28 нерегулируемых пешеходных переходов должны перевести в разряд регулируемых. Комфортнее будет двигаться всем. То есть люди не будут выходить вот так, один вышел, и из-за этого весь поток остановился. Но точно так же поток будет спокойно пропускать группу людей. Все будут видеть сигнал светофора, сколько ждать, сколько как, и спокойно будут ехать дальше.